Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, и сегодняшнее видео не совсем обычное для моего канала. Сегодня я решила поднять вам настроение, немножко отвлечься от масок и, конечно... Сегодня я покажу свои покупки для дома, для комфорта. В общем, начинаем. Надеюсь, что поднимется ваше настроение. Надеюсь, что вы также захотите что-то такое купить, обновить немножко, украсить свой дом. И мы начинаем. Давайте приступим. Сегодня я получила буквально вот сейчас посылку. Стоят большие коробки. Заказываю я регулярно с сайта Shein. И заказы делаю не только одежды, но и различных аксессуаров. Понравился мне раздел на этом сайте с постельными принадлежностями. Я скажу честно, подсела я на постельное белье с этого сайта. Приемлемая цена, огромнейший выбор, удобная доставка. В общем, все, как сказать, прелести, которые дают именно то ожидаемое, что в итоге вы хотите получить. И, конечно, это очень удобно делать покупки с сайтов. В общем, покажу, что заказала сейчас. Так, начну с малого. Вот такой маленький, что это? Коврик для табуретки, для стула, не знаю что, в общем, заказала, думаю, что кошкам классно это подойдет. Кстати, для кошек тоже я заказала классную лежанку, но это попозже покажу я вам в конце видео, так что досмотрите до конца. Заказала вот такое постельное белье, уже из этой серии белье я заказывала, оно классное, в комплект входит покрывало. И наволочки. Наволочки заказывала я на размер постели King. Кстати, на Shein очень тщательно следят за размерной сеткой. То есть все параметры указаны очень точно. Вы можете подобрать на любой размер одеяло любого размера. В общем, по поводу точности указания размеров у них с этим строго. Я еще ни разу не ошибалась именно в момент выбора одежды, и, конечно, в том числе и постельного белья. В общем, вот такой классный комплект. И, кстати, вот этот комплект я тоже заказала уже второй раз. Мне очень он понравился. Понравился, как он ведет себя в стирке. Понравился именно момент эксплуатации. То есть, очень комфортно на нем спать. Опять-таки, комплект состоит из двух наволочек и одеяла. Если, скажем, вот эти комплекты состоят из наволочек и покрывала, то вот эти стеганые комплекты состоят именно из наволочек и из одеяла. Одеяло вполне такое объемное, классно выполнено, хорошо выполнены все отстрочки, и, в общем, вот такой классный комплект тоже с удовольствием буду использовать. Следующее, что я заказала, это одеяло. Одеяло вот в таком стиле со слонами, в индийском стиле. Темный фон, черный, слоны с поднятыми хоботами, да, носами. Одеяло легкое, обратная сторона вот так выглядит, просто черная. Лицевая сторона выглядит вот так, очень красивый орнамент такой. Использовать это одеяло можно как и для утепления. Оно имеет такую флисовую прокладочку. Оно такое тепленькое, слегка объемное, но на не холодное время, если у вас в момент, когда вы спите, не холодно, то вот этого одеяла достаточно. Так, да, по составу это полиэстер, естественно, но вот полиэстер очень хорошего качества, тоже вот такое покрывало, красивое, приятных таких успокаивающих оттенков, тоже очень довольна этим покрывалом. Следующее, что я заказывала неоднократно, из вот такого стиля. В прошлый раз я заказала, сейчас покажу, вот такое коричневое.
покрывало, да, в этот раз решила прям шику дать, я заказала белый. Кстати, вот этим коричневым покрывалом очень люблю утепляться, спать на нем очень комфортно, оно такое мягкое, оно такое комфортное, в общем, вещь просто великолепная, и решила заказать именно вот такое покрывало, тоже с таким же выбитым, не выбитым, а вот с таким же эффектом, видите, как будто бы такая шубка, красивая, белая, такое нежное. Кстати, вот эти покрывала очень хорошо стираются. Я после того, как это покрывало перенесло удачно стирку, я решилась заказать на более светлые оттенки, белое и розовое. Но отличие у них есть, розовое такое яркое, имеет немножко другой стиль. То есть вот это, видите, также полосками. Выработка у него такое классное покрывало. А розовое покрывало, оно сплошное. Кстати, сплошное тоже я заказывала, более темного оттенка, по-моему, синее. Синее покрывало тоже стирку хорошо пережило. Так что решилась заказать в этот раз что-то светленькое. Думаю, что оба покрывала оставлю себе, буду просто менять. Обратная сторона выполнена из вот такого бархата. Да, и следующая вещь, которую сейчас покажу, кошки уже у меня ее освоили, полюбили, и это подушка-лежанка для кошек. Тоже заказала уже второй раз. Первая подушка-лежанка белая, и, кстати, так как она белая, а кошек у меня 5, и есть черные, две кошки любят спать вот здесь, есть и серый, длинношерстный котик у меня есть, так что разных мастей, поэтому стирать эти лежанки, особенно если светлые, приходилось мне часто, и тем не менее лежанки не потеряли своего внешнего вида, какими были, такие и остались. Закажу, вернее покажу сейчас вам лежанку белую, которую я стирала уже ну раз 5 точно, и новая серая лежанка уже большего размера, потому что у меня есть кошки, которые между собой очень хорошо дружат и любят спать вместе. В этой лежанке они так с трудом помещаются, поэтому решила заказать побольше. И, в общем-то, не прогадала. Классная лежанка, кошкам очень нравится. Вот такие покупки, мои дорогие. Сегодня я решила вам показать. Возможно, вас что-то вдохновило, какая-то из вещей вам понравилась, вы также захотите заказать. И, конечно, обзорные видео, они во многом помогают сделать именно правильный выбор. Я в свое время тоже любила смотреть обзоры покупок. Это, конечно, дает такой визуальный эффект. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами. Возможно, это видео поможет им также сделать правильный выбор или просто поднимет настроение, немножко отвлечет от забот. С вами была Оксана. Всем мира, добра и красоты. Увидимся завтра. До встречи. Всем пока-пока. Всех целую и обнимаю.